Аппараты для сбора пластика будут работать в Белгороде в рамках социального проекта, а все вырученные средства пойдут организации «Святой Белогорье против детского рака», где установят фандоматы и сколько денег каждый из них способен заработать для тяжелобольных детей, подсчитаем. В Старом Осколе прошла научно-практическая конференция, в которой приняли участие гончары из разных регионов, какие глиняные игрушки создают современные мастера и как выражают в них самобытность своих городов. Посетим мастер-классы по лепке кожлянской и староскольской игрушек. В Новом Осколе прошел региональный этап военно-спортивной игры «Победа». 200 юнармейцев из всех районов преодолели огневой рубеж и полосу препятствий, дружно исполнили строевую песню. А вот справились ли с вопросами по истории Отечества? Уровень знаний не должен был уступать уровню физподготовки.